Я хочу признаться в том, в чем признаваться, наверное, не стоит, и тем не менее, последние годы мне очень мало приходится читать книг, потому что времени просто не хватает, и к тому же я интенсивно пишу свои. Но вот недавно друзья посоветовали мне прочитать книжку человека, чью фамилию и имя я никогда не слышал, Петра Крыжановского. Вот эта книжка, я вам хочу ее даже показать, Петр Крыжановский, называется книга «Педофил». Я ее пообещал прочитать, думал пролистать, но она меня настолько захватила, что я не успокоился, пока не прочитал ее до конца, и пожалел только об одном, что она уже закончилась. Невероятный язык, невероятное погружение в материал, невероятное умение держать читателя в напряжении каждую минуту, каждую секунду, и, конечно же, яркий стиль, столь потерянный в последние годы, потому что хороших писателей мало, хороших книг мало, но это исключение из правил. Вы знаете, я просто искренне советую всем, кто любит детективы, кто любит триллеры, кто любит щекотать себе нервы и получать удовольствие от прекрасного языка, прекрасного изложения, прочитать книгу Петра Крыжановского «Педофил» и получить удовольствие. Я себе не откажу в удовольствии еще раз ее показать. Вот она. Читайте, наслаждайтесь.